Здравствуйте. Очищение является достаточно актуальным запросом. И несмотря на то, что в нашем организме природой заложено естественное очищение от токсинов, в условиях современной жизни наши органы детоксикации не всегда, а чаще даже не справляются с таким обилием ненужных веществ, которые откладываются в нашем организме. И поэтому органам детоксикации необходимо регулярно помогать. Токсины бывают разные, которые поступают извне. Это эндотоксины. Их мы выпиваем, вдыхаем, съедаем. И эндотоксины, то есть те, которые вырабатываются у нас внутри. Это могут быть продукты метаболизма, это могут быть обезвреженные микробы, это могут быть обезвреженные аллергены, это могут быть переработанные лекарственные препараты и так далее. То есть вариантов очень много. И не всегда органы детоксикации в состоянии самостоятельно вывести весь этот поток токсинов. И организму приходится, скажем так, откладывать их в различные органы и ткани для того, чтобы очистить кровь и лимфу. Помогать организму необходимо регулярно, особенно если вы живете в неблагоприятных экологических условиях, либо работаете на таком производстве, вам приходится принимать достаточно много лекарственных препаратов, может быть, не соответствует питание определенным понятиям правильного питания и так далее. То есть вариантов много. Даже если вы, казалось бы, придерживаетесь и правильного питания, ведете здоровый образ жизни, тем не менее, учитывая внешние факторы, все равно организму необходимо помогать очищаться. И для этого используйте серию комплексов «Биочистка». 4 разнонаправленных средства. Биочистка номер 1 поможет вывести паразитов из организма. Причем это могут быть как глисты, так и вирусы, бактерии, либо грибки. Средство воздействует на различные виды паразитов и на любых стадиях их развития. То есть это могут быть как взрослые особи, это могут быть личинки, яйца и так далее. Обезвреживая данных паразитов, комплекс будет способствовать более легкому выведению их из организма, а также будет очищать организм от паразитарных токсинов, поможет облегчить состояние интоксикации, снимет головную боль, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, снимет воспалительные процессы и ускорит заживление и восстановление тех повреждений, которые возникли в процессе жизнедеятельности паразитов, и значительно облегчит состояние. Биочистка номер 2. Для очищения печени от токсинов. Такой комплекс поможет восстановить детоксикационную функцию печени, даже если имеются какие-то заболевания печени. То есть все процессы в печени будут протекать более интенсивно, токсины будут обезвреживаться и выводиться, а не откладываться. Все процессы в печени будут протекать более активно, а в печени протекает более 200 биохимических процессов. Такой комплекс будет оказывать гепатопротекторное действие, то есть защитит клетки печени от повреждения и разрушения. Если уже возникла такая ситуация, то ускорит восстановление поврежденных клеток печени, нормализует состав желчи, снимет воспалительные процессы в желчном пузыре и желчевыводящих протоках. Биочистка номер 3. Для выведения песка и камней из почек и желчного пузыря. Этот комплекс будет способствовать тому, что песок из почек и желчного будет выводиться более интенсивно, камушки будут растворяться до песка и, соответственно, также выводиться, и комплекс поможет снизить вероятность формирования новых камней. Восстанавливая полноценный отток желчи и состав желчи, комплекс будет стимулировать естественные процессы пищеварения. За счет усиления оттока мочи почки будут интенсивно очищаться не только от песка, камней, но и от токсинов. При этом комплекс сохраняет калий внутри клеток и сохраняет водно-электролитный баланс. То есть принимать дополнительно какие-то препараты с калием не обязательно. И комплекс, конечно же, будет оказывать противовоспалительное действие в почках и желчных путях, будет оказывать противомикробное действие, облегчать спазмы, снимать колики.
И биочистка номер 4 для выведения токсинов из лимфы. Лимфа и лимфатическая система – это основная система, которая производит очищение организма от токсинов и их выведение. Лимфатические сосуды пронизывают весь наш организм, проникая к каждой клеточке. Благодаря чистой лимфе и ее хорошему течению организм постепенно и легко освобождается от токсинов. Комплекс поможет очистить саму лимфатическую систему. За счет того, что лимфа будет чистая, будут очищаться кровь, межклеточное пространство, все клеточки и ткани организма во внутренних органах. И благодаря чистой лимфе будет очищаться печень за счет того, что через желчный в кишечник будут выводиться токсины. Через кожу будет происходить очищение с потом. Будет выводиться лишние токсины с мочой через почки, через дыхательные пути. И благодаря чистой лимфатической системе будут более активно обезвреживаться патогенные токсины. Также комплекс поможет вывести аллергены, то есть он их будет обезвреживать и ускорять выведение, соответственно, облегчать симптомы аллергии. Принимать комплексы очень удобно. Всего одна капсула в день каждого комплекса. Если вы придерживаетесь трехразового питания, то можно принимать биочистку номер 1 утром, биочистку номер 2 и биочистку номер 3 в обед и биочистку номер 4 вечером. Если у вас есть возможность четырехразового питания, то все комплексы можно принимать по отдельности после приема пищи. Серия «Биочистка» обладает разнонаправленным действием и поможет глубоко и качественно очистить организм от любых токсинов и от любых ненужных веществ, чтобы они не откладывались в организме и не приводили к развитию каких-либо заболеваний. Регулярно проводите очищение организма и будьте здоровы! До свидания!